Добрый вечер. Меня зовут священник Тимофей Смирнов. Я председатель отдела по социальному служению Гатчинской епархии. Сейчас мы находимся на месте кормления у старого вокзала в городе Кингисепп. Спасибо вам за то, что вы нам помогаете. Мы очень нуждаемся в ваших молитвах, вашей помощи. Зима на носу. Вот на днях у нас еще сгорел домик, в котором хранится инвентарь для кормлений. Теперь мы совершенно в бедственном положении находимся. Поэтому приглашаем всех к участию продуктами, волонтерскими устремлениями, любыми возможными ресурсами. Будем вам благодарны. Спасибо.